Зачем детские каналы работают ночью? В 3 часа ночи! Этот вопрос всегда меня беспокоил. Для детей, потерявших смысл жизни? Для детей, которых мучает бессонница? Для детей вампиров? Для детей, которые против системы и им с утра не нужно в садик? Для детей, которые осознают тленность бытия и поэтому не спят ночью? Мультики для детей, которые в депрессии? Для детей, которые испытывают стресс после невкусной каши в садике? Для детей, которые разочарованы в жизни? Для детей, которые повидали и так много дерьма? Только мои зрители, конечно.